Итак, здрасте, уважаемые друзья. Сегодня я хочу вам рассказать про то, как пробежать свой первый марафон 42 километра и сделать график тренировок и начать тренироваться и добежать до финиша. Вот и мы вышли на тренировку. Офигенно. Короче, я вам сейчас расскажу, как это примерно выглядит, как это будет на самом деле тренировка. Итак, все, что вам необходимо, это начать бегать. Самое простое и самое верное — выйти на улицу и просто начать бегать. Это первое. Если вы уже сделали, значит, вы уже победите. Окей, погнали. Получается, все, что вам нужно, это просто... Вам нужны кроссовки. Вам нужны хорошие кроссовки. Хочу сказать то, что это мои просто обычные беговые кроссовки, которые я использую. Вы можете брать свои или другие кроссовки с более лучшей подошвы. Вам нужны кроссовки, чтобы бегать. Окей. Следующее. Все, что вам нужно, это записывать каждую тренировку в ежедневник. Каждой тренировке записывайте. Если вы пробежали 2 километра, записывайте. На следующий день вы пробежали 5 километров, записывайте. А также вы можете использовать время. Время, в которое вы делаете свои тренировки. Если вы уже сделали 10 километров, вам нужно будет записывать, за какое время вы пробежали. Хорошо. Также вам поможет книга. Для чего книга? Книга воспитывает в вас волю, характер, дает вам необходимые знания. Вы получаете от книги большое количество энергии, а также усидчивость. Это как конверсия, вы конвертируете. Например, если вы за день не можете прочитать 100 страниц, вам нужно будет прочитать за день 100 страниц. Это вам очень поможет. В вашем мозгу будет воспитываться характер и воля к победе. Окей, погнали дальше. На забеге в марафоне я использую очки. Для чего мне нужны очки? Обычно марафоны проводятся летом, так как солнце всегда яркое и очень светит в глаза. И очки очень хорошо помогают в беге, и вы получаете хороший настрой и чувствуете себя очень стильным. Для этого мне помогли мои первые очки, профессиональные Oakley. Стрелковые, используются для боевых целях, стрелять с пневматической винтовки. Я использую для бега. Окей, погнали. В процессе марафона вы получаете вот такой вот номерной знак с чипом, где указываются все ваши данные, а также количество вашего времени, а также ваш номерной знак и номер багажа, в который вы будете отправлять. А самое интересное, все, что в процессе тренировок, это самое важное. В процессе тренировок вам нужно будет поддерживать себя в форму. Каждый день вам нужно будет тренироваться. Я вам не говорю то, что вам нужно будет делать тренировки в процессе, исходящие извне, пробегая по 30 километров каждый день. Это не нужно. Вам нужно будет пробегать в день как минимум 5-2 километра. Через день вам нужно будет выполнять тренировки 10-15 километров, а то и 20 километров. В процессе тренировок вам помогут вот такие вот витаминные комплексы CITEC. Я использую вот такие обычные витамины, одну таблетку с едой в день. Очень хорошо помогает для восстановления. Двигаемся дальше. Хочу сказать то, что марафон — это очень серьезная дистанция и очень серьезное испытание для организма. Чтобы это испытание вам преодолеть, вам необходимы хорошие тренировки и уверенность в себе, в своих силах. Для этого вам нужно будет, хочу сказать на своем примере, вам нужно будет накачать ноги. Вот как у меня, например. Я использую для ног, то есть я использую обычные тренировки в зале. Силовые тренировки, приседания, становая тяга, а также, конечно же, велосипед, который очень хорошо помогает в выносливости. По поводу тренировок хочу сказать то, что вы в процессе тренировок будете чувствовать себя очень уставшим, но эти процессы вашей тренировки очень будут сказываться на вашей дистанции в марафоне. Хочу сказать по правде,
самой марафонской дистанции после 30 километров вы испытываете реальную усталость. Марафонская дистанция отличается от других дистанций, потому что она является самой максимальной по олимпийском спорте. Есть полумарафон 21 километр, есть 10 километров, а также другие дистанции, но марафон является самым серьезным испытанием для организма. Я это на себе испытал и хочу сказать то, что это так и есть. Вам нужно будет выполнять тренировки через день по 15-20 и увеличивать тренировку до 35 километров. С каждым разом вам нужно будет увеличивать тренировки, а также иногда понижать. А между тренировками, если вы тренируетесь в понедельник, среда, пятница, вам нужно будет между тренировками выполнять короткие дистанции в прыжке по 2-3 километра. Используйте обычные тренировки, доведите свой бег до 10 километров, а то и больше, до 15. С каждым разом повторяйте этот процесс. После 30 километров, если вы испытываете серьезную усталость, вам можно будет повторять стихи, повторять какие-то фразы, не знаю, петь песни, а также бодрить себя с каждым разом. Иногда после 35 километров, после 37 километров вы испытываете нереальную усталость, и ваши ноги и руки будут отказывать вам в процессе, но это ничто вам не помешает получить вот такую вот медаль в процессе, медаль финишера, в котором вы можете ходить, я не знаю, вы получаете вот такую медаль, чувствуете себя гораздо лучше, и вы скажете себе, я сделал это. Итак, ладно, уважаемые друзья, хочу сказать то, что самое важное — это тренировки. Вам нужно будет постоянно тренироваться, постоянно бегать. И наконец-то я вышел и хочу вам рассказать, как происходит. Вот здесь телефон, в котором вы можете полностью записывать ваши тренировочные процессы. А каждый день добавляйте по 2, 3, 4, 5 километров и увеличивайте ваши тренировочные процессы с каждым разом. И вы достигнете своего успеха и добежите своих марафонов. Запишите результаты. Знаете то, что есть лимит 6 часов, в котором вы должны завершить свои тренировочные процессы. Постоянно добавляйте, слушайте музыку и заряжайтесь позитивом. Выполняйте 85% от вашего максимума. Доведите свои тренировки до 38 километров и участвуйте в марафоне смело. Напишите свои результаты и просто наслаждайтесь процессом. С вами был Ансул Лукасов. Пока!